Об этом сообщил мэр курорта во время встречи с жителями Кудепсты. Место под него уже определено, и там уже начались работы по подготовке территории. Мы нашли место, это будет в самой Хосте. Мы держали это место под детский сад, там старая поликлиника была. Но теперь вместо этой старой поликлиники мы сейчас ремонты там делаем, там такие небольшие. И это будет место, социальный центр, куда можно будет привести либо алкоголика, либо бомжа. И создаем так называемую некоммерческую организацию, вот, общественную, которая будет их принимать. Курировать работу социального центра будет управление профилактики. Через месяц такая структура появится в администрации города. У нее будет обширный фронт работы. Это профилактика алкоголизма, безнадзорности, тунеядства, наркомании. Новая структура будет заниматься также трудными подростками, профилактикой здорового образа жизни. Обсудили на встрече с жителями Кудепсты и другие актуальные вопросы. В частности, людей волновало состояние дорог, освещение улиц, водоснабжение, требует ремонта и дом культуры. Глава города потребовал от своих подчиненных детально проработать все вопросы и по возможности до конца года их решить. В свою очередь Анатолий Пахомов попросил кудепстенцев к дню города провести субботник и привести свои дворы и улицы в порядок.